sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight. Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня. Давно мы с вами уже не виделись. Сегодня 1 октября. Целый месяц я не снимала видосы. Вот, наконец-то я тут. Сейчас я выдвигаюсь навстречу. Ну, очень интересно. Быстро собиралась. Немножко там засняла для вас, но по итогу не все успела сделать. Такой вот у меня сегодня лук, тренч, кофта, ну и там от этой кофты вот такие штаники и кеды. Едем сейчас на машине, думала ехать на метро, но на метро получается дольше, представьте себе. Я в шоке. Короче, выезжаем. Чуть позже вам расскажу, что вообще произошло за этот месяц и какие у нас планы. Пока иду на машину, покажу нашу погодку. Весь сентябрь у нас была такая жара и теплота, а сейчас все мокрое, лужи и холод. Ну что, я уже приехала домой, сходила на встречу. Мы сегодня встречались с вашей тетей, рисовали нейрографику. В общем, не буду вам забивать сейчас голову, что это такое, как это, просто, в общем, встречались, проводили круто время. Что я вам хотела рассказать? Почему я целый месяц не снимала? Ну, во-первых, лето получилось очень насыщенным, у нас была свадьба, путешествие, много разных моментов, что когда начался сентябрь, а точнее началась у меня учеба, я перешла на 4-й курс, можете меня поздравить. Этот год для меня особенно важный, я хотела к нему нормально подготовиться, понять что как, какие меня ждут работы в этом году, поэтому весь сентябрь я занималась этим, ну а также я отдыхала, чилила, монтировала видео со свадьбы, потому что, как вы видели, он получился на целый час. Материала, прошу заметить, было на 7 часов. Я там много чего обрезала, потому что я создавала видео для родителей. Там получилось часа 3-4 видос. И для Ютуба я создала видео на целый час. Дальше это у меня был видос на Мальдивы, на наше путешествие. Кстати, прикреплю тут, можете зайти посмотреть, как мы отдыхали. Тоже видос получился разделен на две части, о том, как мы летели туда и о том, как мы там отдыхали. Монтировала их, и сейчас я села монтировать видос про Анапу, как мы отдыхали в Анапе, но, блин, я в шоке. Оказывается, я там ничего нормально толком не снимала. Я сняла, как мы туда едем, и все. И как мы купаемся в море. И я такая, нет, что-то тут не так. Я не знаю, выставлять его или нет, возможно, я выставлю, но он какой-то такой, мне не очень он нравится, поэтому даже не знаю. А какие у нас планы? Планы грандиозные, как всегда.
Ну, конечно же, это снимать видео, выкладывать их, стараться это делать вовремя. Конечно, на четвертом курсе я не знаю, как я буду справляться совсем, потому что у меня работа, учеба, видео, запрещенная соцсеть, телеграм-канал. Иногда бывает, что-то выкладываю в ТикТок, но тоже все это нерегулярно, как бы хотелось. И поэтому я даже не знаю, как быть и что делать. Но думаю, что мы совсем справимся. И все получится. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And привет. Мы приехали в магазин покупать продукты на месяц. Вот сейчас Лидия пришли, взяли ее любимые косточки. И сейчас идем выбирать продукты. Вот такой, короче, вот такой вот у мамы есть. Лиде нравится. Вот. Морковка. Купили огурцы, морковку, лук и картошку. Не буду там. Вот так получилось. Купили фарш, филе куриное, окорочка и бедра куриные. Так, это у нас мясо. Дальше. Паша, где помидоры? А, вот помидоры. Также купили помидорки. Это все на салат. Так, теперь магазин. Хлеб. 3 штуки. Мы замораживаем, поэтому заморозим 2 буханки. Одну оставим, будем есть. Также молоко купила сразу 3 пачки, потому что оно долго хранится. Дальше сыр. Сиртаки для салата греческого. Так, дальше собаки, у нее косточки, сыр, 1, дальше сосисочки. Это когда нужно быстро что-то приготовить, мы берем либо сосиски, либо пельмешки. Кстати, они тоже у нас скоро будут. Так, вот ты, Паша, вот такие себе взял зернистый творожок, разные вкусы. Сметана вкуснотеево. 20% сливочный творожный сыр. Это у нас будет бутербродики с форелью. Также мы купили форель подкопченую. Так, мармеладки. Тесто слоеное. Может быть, сделаю сосиски в тесте или что-то. Дальше порох 9%. Это у нас для сырничков. Так, еще один сыр. Колбаска докторская. Это у нас фрофронт, эти батончики мы видели. Дальше купили такой бальзамический соус для салатиков. Ну, для всех. Дальше это у нас соус «Тысяча островов». Мой любимый, пробовала его в Анапе, заценила, поэтому будем его добавлять. Так, дальше это сырок творожный, сырковая масса. Так, дальше бритва. Вот, купили скумбрию вот такую вот. Может быть, сегодня с картошкой сделаем. Как я говорила, пельмени. Это для лентяя, когда очень лень что-то готовить, и нет времени сварить пельмешки. Так, дальше у нас сырковая масса с изюмом, это для Паши, потому что я не ем изюм, и шоколад с Милка. Так, дальше вот такое средство для засоров, от засоров гель, Шуманит фирма. Так, дальше купили песто, потому что мы недавно делали из
соуса песто пасту. Нам очень понравилось. Вот решили взять еще одну. И мы также взяли другой. Вот такой вот. Та же песто, то это росса. Попробуем, потом скажем так. Дальше у нас бекончик. Так. Гречка наша любимая, мистралевская. Так, дальше. Три пачки Барилла, наших любимых этих, как они называются, спагетти. Так, мне уже некуда класть. Дальше. Санокс, это для мытья душа всякого. Раковина, хлеб черный по родинке. Так, кола. Вот, ну тут всякие женские принадлежности. Ну и в принципе все. Вот такие вот у нас были покупочки. А, и еще, кстати, не показала. Паша уже открыл. Виноградик еще купили. Этот кишмиш, по-моему, да, кишмиш. Gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by... Ну что, ребят, я готовлю суп куриный. И буду сейчас картошечку жарить с луком и морковкой. Вот, поэтому решила вас подключить, поболтать с вами, рассказать вам, почему вообще нас не было целый месяц. А точнее, почему мы целый месяц не снимали. А не снимали мы, потому что отдыхали. Я очень долго монтировала видос со свадьбы, потому что материала было на 7 часов, и мне из этих 7 часов нужно было все уложить в 1 час. Причем я делала видос для... Я делала видос для Ютуба, и еще я делала видос для родителей. И получилось для родителей там две части по 2 часа каждая часть, то есть 4 часа свадьбы и 7 часов материала. Плюс мне на Ютуб надо было отдельно смонтировать видос. Вот. То есть, и все это, получается, заняло очень-очень много времени. Потом мне нужно было смонтировать видос Мальдивы и про Анапу. Вот сейчас я монтирую видос про Анапу, но у меня почему-то не получился нормальный влог, потому что там, я не знаю, как так получилось, я вроде снимала до хрена, но по факту я ничего не сняла. Как вам такое? Вот так вот. Сейчас буду вот что-то делать с этим. Потому что я даже не знаю, есть ли смысл выставлять этот влог или нет. Пироги. Потому что там всего материала, не знаю, минут на 10-15. Но там в основном как мы едем в Анапу. И как купаемся в море. Два кадра. И все. Варю суп сейчас. Нам на меня пару дней, наверное, до субботы. Чтобы не париться. Обедал и поехал, потому что мы каждый раз паримся, что мы не поели, надо куда-то заезжать кушать, либо что-то быстро делать, а так будет суп. И мы быстренько поели и погнали. Так, у меня тут уже начинает гореть лучок. Ну ладно, для картошечки нормально. Надо быстрее туда морковку. Так, это у меня получается для супа зажарка. А это отдельно для картошки. Было сначала картошку, потом лук. Ну, блин, у меня просто... Я большую луковицу порезала. И получается, половина ушло на суп, и половина ушло на картошку. Какие пироги. В планах у нас сейчас... Я буду снимать влоги. В основном, может быть, еще какие-то тематические видосы. Вот. Потому что сейчас у нас учеба. Мы где-то до декабря будем учиться, а дальше у нас... Подготовка к дипломной работе, госэкзаменам, и мы будем готовиться. Вот такой вот у нас обед, точнее уже... Час ночи. Час ночи, ну, в общем, ужин-обед.
Вот такой вот супец, который я готовила вчера. И паста. Моцарелла, как она моцарелла. Все, я уже. Карбонара? Болонеза. Болонеза. Помидорки. И хлебушек с маслом. Мы, короче, сегодня ездили, забирали бабушку с дедушкой. Они нам привезли из Турции вот такие вот сладости, вкусняшки. Сели пить чай после плотненького ужина. Ты какие будешь? Сединки? Я вот такой что-то хочу. Я такой хочу. Давай.